7 ноября банка Саундбар. Вечеринка в честь открытия портала. Уже завтра вечеринка в честь открытия портала Хрущевки банка Саундбар. Поэтому сегодня у нас праздничный выпуск. Группа «Стигмата» собирает деньги на планете Ру на свой новый клип на композицию «Радио Смерть». Как подкидываю коммерческую идею. Надо собирать на воскрешение 2007-го. Бум! Коммерческий успех. Но если серьезно, желаем ребятам удачи. Ты, наверное, думаешь, разве может быть что-то круче, чем православный white metal? А я тебе скажу, что... Православный трэп от группы Sigma, а композиция называется «Путь братана». Чтобы снять это умопомрачительное видео и записать этот отличный трек, объединились участники группы «Копы в огне». Твою мать. А Путин читал Гиту, эту тайну, друг. Это способ распознать, когда тебе врут. Он рекомендует самоосознание, труд. Если пожелаешь изменить свой путь. Ты, наверное, думаешь, что же я буду делать после такой классной вечеринки завтра в саундбаре у Хрущевки. А я тебе скажу, что 14 ноября в клубе Fish Barbecue пройдет фестиваль «Каменная среда», где ты сможешь не только послушать классные группы, но и поиграть самостоятельно. А выступят там Dead Man Tells on Tales, Space King, Red Square, Uno, Space Trees и Циолковская. Кстати, с участником группы Red Square нам даже удалось поговорить, и с организатором тоже. Йоу, ребята, мы делаем фестиваль «Каменная среда». Вот он уже проходит 2 года, начинался, зарождался в клубе «Да-да», в таком легендарном уже закрытом месте. Ну, вообще проходит в разных местах. И сейчас будет фиш-фабрик, 2 зала, как мы и называем, 2 каменных пещеры, малая и большая. В большом зале будут классные группы выступать, психоделические, будет легендарная этнопанк-группа Red Square. 14 вот. Ноября, клуб «Фиш-фабрик» на Авел. 19:00 начало. Ждем вас всех. Ждем вас всех. Группа Artek Electronic записала новый мини-альбом «Наши города». Речь пойдет о Казани, Омске, Севастополе и Челябинске. Отличный альбом. Очень классно, особенно если ты находишься где-то в одном из этих городов, к прослушиванию обязательно. Самое примечательное, что музыка отражает не только всю суть этих городов, но и вообще многих городов России, если прислушаться. Пользователь Шнур, кто бы это мог быть, пишет: неофициальный гимн МВД споет Владимир Маркин, а ты и дальше слушай Нюшу и выбирай свое чудо. Речь идет о главе Следственного комитета Маркине, если вы не поняли. И он вроде как должен выступить на дне полиции. Вроде как со Стасом Пьехой. Кстати, он недавно выпустил новую песню, в смысле Маркин, «Стороночка». Патриотичную песню, оторвал время, между прочим, от своей работы очень важной. И записал патриотическую песню. Не все же группе «Любэ» писать их. Никита Гундорин пишет: 17 из 20 первых строчек топ-чарта iTunes занял новый альбом «Еще» Гуфа, а вы говорите «Умер». Уважаемый Никита, я скажу вам больше. Альбом Гуфа «Еще» занимает лучший альбом в iTunes, именно занимает он такое место. И цитаты из песен пользователь уже делится с нами цитатами оттуда. «Я из Москвы, вы знаете откуда, я повторять не буду, меня понять нетрудно». Гуф. Ты, наверное, милый друг, ждешь, когда будет шутка. Ты думаешь, какая же шутка будет в конце на этот раз? А шуток не будет. Не до шуток нам. Нам удалось урвать, буквально урвать чудом эксклюзивнейшее интервью у создателей Хрущевки по поводу проекта и по поводу завтрашнего мероприятия. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 11.